района города Воронежа, поддержано рассмотрение в суде ходатайства следственного дела об избрании меры пресечения 35-летнему местному жителю. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункты В, часть 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на убийство малолетнего. По версии следствия, 18 сентября после ссоры супруга жителя города Воронежа взял свою годовалую дочь на руки, принес в гараж рядом с домовладением, где посадил ребенка на заднее сиденье автомобиля, который облит бензином и поджег. Довести свои преступные намерения мужчина до конца не смог, поскольку его супруге удалось вытащить девочку из горящего автомобиля. Ребенку подчинены термические ожоги первой степени. С места преступления подозреваемый скрылся, следующий день задержан сотрудниками полиции. С учетом позиции прокурора суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратурой района организовано проведение проверки работы системы органов профилактики семьи.